пьеса написана голландским композитором, и она повторяет народную японскую мелодию «Гнездование журавлей» для японской флейты «Сакухаси». Эта мелодия очень популярна в Японии, и даже когда был запущен Voyager в космос золотым диском звуков Земли, то эта мелодия туда вошла. История про то, как повторяется жизненный цикл, и как родители выращивают своих детей, то есть откладывают яйца, потом влюбляются птенцы, их учат летать, и в конце концов прощаются с ними, и все повторяется.